9 июня дети нас повезли в город Сан-Айвс, что в Корнуэлле. Великолепный городок на берегу моря. Сразу можно было понять, что это город непростой и отличается от всех остальных, что здесь такие интересные граффити. Видимо, это город художников. Как оказалось позже, я оказался прав. В заливе нес дежурство военный корабль. А вот мужчина, который делает из камней различные сооружения, которые стоят под собственной тяжестью и никуда не падают. Довольно-таки интересная вещь. Я впервые это видел, хотя говорят, что во многих местах такое делают. Но к этому мы еще вернемся попозже. Чуткая работа. Если, конечно, еще кто-то хочет смотреть это дальше и не устал. Дальше нас встретили плакаты, где предлагают экскурсии на острова, на рыбалку и разные такие туристические вещи, которые все ваши желания за ваши деньги. Ну, не совсем все, но большинство хороших. И также нельзя летать в это время никаких дронах, ни дельтапланах, потому что в это время, то есть через 2 дня, состоится саммит, или как он называется, встреча, в общем, встреча банды и компания, пардон, Байдена и компании под названием G7. Как там у Высоцкого в песне было? Поделиться приехали опытом, чтоб творить совместное зло потом. Поэтому в океане дежурил, вернее, в море дежурил корабль военный. Также курсировала полиция. Следили строго, чтобы никто из лишних там не плавал на своих досках. А вдруг террорист какой подплывет? Так что в этот день прогулочные катера, мне кажется, не работали. Погода начинала портиться. Но здесь, я думаю, без Путина не обошлось. Это Путин надул холодный ветер. Огляделись, прошлись чуть дальше. Интересно, каменные дома, не кирпичные, как в основном в Англии, а каменные. Вот тут продают разные растения. Все очень просто. Написана цена, и в столе в середине стола сделано отверстие, куда бросать деньги. Кидаешь денежки и забираешь. Камушки не продаются. Это был музей Сан-Тайпса, но я не помню, он открыт был, закрыт. Скорее всего, закрыт, потому что была пандемия. А это интересная интерполяция какая-то, шлепанцы, штаны и шляпа с очками. Интересно, к чему это, так не понял. Полицейские тоже люди, и они тоже хотят туалет. Туалет пристроен к бывшей церкви моряков, маленькой такой церквушке, которая стоит в порту. Также здесь напоминание, что произойдет через 2 дня G7, а также табличка с отливами и приливами. Время отливов и приливов. Интересный барометр, старый, часы, градусник. Женский туалет был закрыт. А в мужской туалет зашла женщина, и полицейскому пришлось ждать терпеливо, пока она выйдет.
А тут на углу дома табличка, что продается макрель. Только я не понял, она уже копченая или сырая. Но мы бы все равно не пошли, потому что куда мы в гостинице, что мы будем? Макрель жарить, что ли? И на чем? Нет, варить в этом... В чайнике? Или разведем барбекю? Очень много различных художественных магазинчиков, где представлены различные картинки. Народ, торопись, покупай живопись. Вот сейчас отлив. Все лодки привязаны к берегу цепями, чтобы не уплыли, когда прилив будет. Опять галерея. Вот лодочка нарисованная. Стоит 190 английских рублей. Картинку кто-то уже нарисовал к событию G7. 7 корабликов в лагуне. Но я не помню, сколько она стоила. Ну, стоит там, конечно, не 3 рубля. В смысле, не 3 фунта. Подороже, конечно. Все-таки ручная работа. А вот рыболовный магазин. Рыбак пошел рыбачить. Удочка со всеми снастями за 27 фунтов. Даже, наверное, с катушкой. Это, в общем-то, недорого для Англии. Ну что, пойдем прогуляемся подальше. Дальше в городок. Вот один из самых старых пабов. Основан в 1312 году. Но правда, то, что сейчас видим, это построено где-то в 17-18 веке. Но все равно старенький. Интересно, он предлагает bed and breakfast. То есть это значит кровать и завтрак. Как я понимаю, на тех пабах, где написано in, там предлагается и жилье еще. А вот на тех пабах... О, бочки пустые под пиво. А на тех пабах, где... написано «Арм», я не знаю, что предлагается, но жилье точно не предлагается. Хотя англичане уже не знают этого значения. «Арм» это пришло еще с норманами, обозначение «рука» или «ружье». Вот еще одна картинка с домиками. 395 фунтов. Ничего. Если кто хочет на стену повесить, как память, довольно-таки неплохо. Куда ни идешь, везде натыкаешься на какую-нибудь художественную студию или художественный магазинчик. Интересные домики. Вот табличка на этом домике, что один из первых домов, построенный в Сан-Тайвс. Хочу также сказать, что после завоевания норманами Англии в 1066 году в английском языке сейчас существует более 25 тысяч французских слов. Первые короли норманов, они вообще не говорили на английском языке. Говорили на французском, вернее, на старофранцузском. Дверь, конечно, великолепная. Сохранившаяся еще с древних времен. Просто великолепно. Кованная еще с средневековыми гвоздями. Может быть, и замок еще с тех времен, не знаю. Но мне она очень понравилась. Вот еще одна картинка. За 1000 фунтов. Интересно. В стиле абстракционизма.
Хотя абстракционизм еще имеет кучу стилей, но я не буду сейчас это вдаваться. Такие маленькие домики, уютненькие. Все какое-то маленькое и уютненькое. На столбе провода для телефонов и интернета. Кстати, как правило, в Англии очень слабый интернет. Правда, сейчас в последнее время стали проводить кабельный только. Уже получше, но не везде. Вот церковь методистов. Это еще... Она откололась от англиканской церкви. Где-то лет 200-300 назад, точно не помню. А в свою очередь англиканская церковь откололась от католической. Но это было при Генрихе VIII с его знаменитым разводом и женитьбы на Анне Болейн. И там ссоры с Папой Римским, очень длинная история. Опять же, галереи различные. Куда ни повернись, везде галереи. Ну, вообще интересно, художественный город такой. Ступенечки, ведущие к домам с маленькими дверями. Я вот, честно, до сих пор не пойму, как они мебель в эти двери заносят. Вот не пойму, ни разу не видел, как это происходит. У себя не пробовал. Хотя то, что пробовал, некоторые не получилось. Интересная вещь. У них все окна открываются наружу. Мыть, конечно, сложно. А все двери открываются вовнутрь. Это для того, чтобы полиция могла быстро открыть. Удар болванкой, дверь открыта. Вот впереди еще одна художественная студия. Да, много здесь, наверное, художников. Ну что ж, город располагает, и природа располагает к этому, чтобы рисовать, либо что-то ваять. Незаметно мы вышли на другую сторону мыса. Даже не заметили, как. Мы даже вначале спутались, а где мы находимся? Пришлось обратиться к помощи картам Гугла. Но ничего страшного не произошло. Этот мыс омывается с другой стороны еще одним заливчиком, в котором тоже стоит военный корабль и прослушивает всех, все телефоны, которые на берегу. А там вдалеке церковь. Тоже старинная. Но мы туда не пошли. Не было столько времени. Хотя могли бы. Но в этот день нам хотелось посидеть, попить кофе почаще. И меньше ходить. Потому что до этого за день мы уж очень много находились. Вот и начинается прилив. Уже лодки стоят в воде, которые до этого лежали на берегу, на песке. Пойдем дальше любоваться и дышать воздухом. Ну вот подошли к этому мужчине, который делает, так сказать, статуи камней. Вообще интересно. Интересно. Там вдалеке полицейский катер баражирует по заливчику. И вот каждый камень стоит под собственным весом. Их там несколько. Вот там и 3, и 4, и больше сложено. Великолепно. Великолепно.
стена древняя. Там за стеной какая-то тоже церковь. Вот я бросил копеечку, фунтик. Это была старинная деревня в средние века, в которой потом образовался город. Но это многие так в Англии города и возникли из бывших деревень. А вообще место это знаменито тем, что в пятом где-то веке из Ирландии пришли первые христиане и начали здесь крестить. На месте этого места теперь стоит церковь. Мы к ней тоже подойдем. Художник рисует ребенка, портретик. Пойдем дальше. Посмотрим, что еще интересного. Ну, зайдем в парк перед церковью. Здесь очень интересная вещь. Такой маленький гарденс или сад в переводе на русский, где приятно посидеть. А впереди интересная вещь, которая меня поразила. Написано «Зона для распития алкоголя». Алкоголь-фри-зоны. Ну, не знаю, насколько это правда. Я впервые вижу такое место, но оно почему-то закрыто цепями. Какая-то наклейка была крест-накрест. Видимо, кто-то не хотел, чтобы там пили алкоголь. Но там пока и никого и нету. Может быть, к вечеру там собираются страждущие, не знаю. Пойдем дальше, посмотрим на этот монумент. Монумент «Кельтский крест». Очень интересно, хорошо сделан. Монумент поставлен в честь погибших в Первой и Второй мировой войне. Также есть некоторые маленькие мемориалы. Вот три мемориала маленьких. Один посвящен войне в Бирме. А как она сейчас называется? Мьянма. А в Афганистане, ну это последний, войне в Корее в 50-х годах. Да, англичане, конечно, везде участвовали. Везде, везде лезли повоевать. Но с другой стороны, это понятно. Профессиональная армия должна быть профессиональной. Если армия не воюет, это уже какое-то сборище бойскаутов. Но это уже не армия. Везде галерейки и разные сувенирные лавки. Вход только в маске. Но это еще июнь месяц. А что там во дворике церковном? А что там? Кладбище там рядом, как везде. Ну, сейчас там уже не хоронят, конечно, это старое кладбище. Но все закрыто. А вот плакат интересный.
Здесь мама дочки ищет справедливость. Эта девочка умерла в 6 лет, как утверждают, из-за того, что из-за халатности врачей. Медицина, конечно, в Англии бесплатна, но судебные тяжбы не бесплатны. Я ниже дам сайт, где вы можете прочитать более подробно, что случилось и в чем обвиняет мать этой дочки, этой девочки, врачей, английских врачей. Но такое случается, в принципе, везде. Ну что, вот сувенирные лавки одни, книжечки на иностранном языке, кружечки, медальончики, в общем, разная хренотень, маечки, кепочки, да. Внизу стояла миска для собак, чтобы могли попить. О, бейкери. Булочная. Там продаются мои любимые корнишпасти. Эти беляши корнуэльские. Мне они очень нравятся. Их нельзя сравнить с этой гадостью fish and chips. Хочу привести интересную вещь насчет кулинарии. Если так сравнивать страны, допустим, Восточной Европы, Францию и Англию. Вот, допустим, у хозяйки из Восточной Европы, ну, как минимум, есть одна поварская книга, как бы, как минимум. У француженки как минимум 8-9 поварских книг. У английской хозяйки, может быть, есть какая-нибудь брошюрка. Но поварская книга – это очень редкость. А брошюрка, опять же, может быть, изготовление пиццы или гамбургера. Это о многом говорит. Ну и также между магазинами есть и пабы. Ой, сладости, сладости. Это то, что мне нельзя. Ну и, конечно, ликеры тоже сладкие. Игрушки для детей, как бы. Потому что по ценам, ну, не для детей. Вот сувенирный магазин, в котором выставлены интересные ведьмочки. Ну просто прелесть работа. Вы знаете, я так на них смотрел, что даже забыл посмотреть на цены. И не могу вам сказать. Очень они меня впечатлили. Прекрасные ведьмочки. Опять предлагается вкуснятина разная. В смысле булки. С каким-нибудь наполнительным. Кстати, эти, как сказать, корнуэльские беляши стоят в пределах 5 фунтов. В зависимости от чего там лежит. Открыточки интересные, своеобразные, с юмором. Сувенирный магазин. Сумочки. И разная дребедень. Наверное, мы здесь и купили еще один магнитик.
как всегда. Интересно, я не знал до этого. Оказывается, у них есть свой Сан-Мишель. Не такой, как во Франции, конечно. Гораздо поменьше. Но это с другой стороны Корнуэлла, с южной. Но мы туда не поехали, к сожалению. Может быть, в будущем съездим, если получится. Лестница, ведущая в небо, великолепна. Узенькая улочка. Вот, привлекли меня бинокли. Бинокли не с Алиэкспресса, видимо. Цены, конечно, у них внушительные, но, может быть, и оптика хорошая. Знаете, я не смотрел. Просто, так сказать, первый взгляд. Что тут мне еще? Взгляд попал на ножички. Ну, конечно, для каждого мальчишки ножички – это всегда главное. Даже когда ему уже 60 почти. Опять закусочная. Везде можно перекусить, это хорошо. Дисциплинированно стоит очередь. Средний. Магазинчик интересный для дома. Разные там подушечки, скатерти, всякая драка, всякая дребедень. Я ссылку тоже внизу дам на него. Интересно, посмотрите. Все ссылки будут под видео. Да, улочки очень узкие. Очень узкие. Вот сладости, магазин сладостей. Как я понял, для англичан сладость – это когда что-то сделано с сахаром, еще сверху полито с шоколадом. Иногда это просто невозможно есть. Аж приторно даже. Интересные полотенчики. Мне понравились. Флагом Корнуэлла. Белый крест на черном фоне. Ну, еще какая-то дребедень. О, здесь интересное объявление. Купи одну картину, а вторую купи за полцены тогда. То есть практически картинки оптом уже. Еще питейное заведение, в котором можно приобрести гаванские сигары.
Разные штучки модерновые, интересные. Статуэтки, вагончики, машинки, еще там что-то. Лейблы разные. Дети резвятся. Мама смотрит, что-нибудь купить поесть вкусненького. Еще один магазин сувениров. Рядом детские ведерки и сачки, чтобы дети пробовали ловить крабиков. Ну вот, опять мы прошли насквозь этот маленький городок. Опять сувенирный магазин. Здесь меня привлекло одно, так сказать, полотенце, которое находится над банковским автоматом. Но, к сожалению, оно все было, большинство его изображения было закрыто. Поэтому не очень хорошо все получилось. Указатель, где туалет, как всегда беда в чужом городе. Самая главная проблема – найти туалет. А вот это полотенчико, которое привлекло меня внимание. St. Ives. Женщины вверху и внизу коты. И там что-то было написано, но, к сожалению, а это мы зашли в ресторанчик покушать и отпраздновать день рождения Наташи. Вкусненькая рыбка, вкусненькая еда. С днем рождения, Наташа! Вот полиция курсирует опять по городу. Ну, в общем-то, городок понравился. Великолепный городок. Приятный, спокойный, тихий и красивый. Продолжение, как всегда, что-то будет. Всем пока. Если кто не устал, просмотрел это, ну большое спасибо вам.